Одна из самых интересных зданий на улице Достоевского, а вернее комплекс зданий, бывший механический завод Курта Зигеля. Прохожие в первую очередь обращают внимание на двух бронзовых медведей у входа. Символы процветания владельца фабрики стоят на задних лапах, обхватив металлические стволы деревьев с фонарями. Фигуры проработаны настолько тщательно, что их исполнение граничит с натурализмом. Но и сам по себе дом интересен. Он построен в кирпичном стиле, получившем широкое распространение в последней четверти 19-го столетия. Дешево и красиво. Так коротко можно объяснить его популярность. Отказавшись от дорогой и недолговечной штукатурки, зодчий использовал кирпич не только как строительный, но и как отделочный материал и смог придать фасаду выразительность с помощью рельефной кладки. Затейливо выложены междуэтажные карнизы, оконные ниши и выступающие вперед щипцы с арочками. В них размещены выполненные в технике с граффито панно. Растительные орнаменты здесь неожиданно сочетаются с изображениями различных инструментов, которые напоминают о функции строения. Иероним Киттнер, архитектор здания и один из идеологов кирпичного стиля, считал, что будущее именно за этим материалом – надежным, прочным и красивым. И оказался прав. И век спустя здание завода смотрится благородно и нарядно. We'll be right back.